Следственный комитет заинтересовался инцидентом в травмпункте Каменско-Уральского. Там мужчина ползком добирался до врача, потому что ему якобы не предоставили коляску. Шокирующее видео сняли очевидцы. Мужчина ползет по ступенькам в приемный покой. Журналистам больницы заявили, что ползать было вовсе не обязательно. Якобы, когда родственники пациента попросили коляску, ее были готовы предоставить. Но мужчина к тому времени уже добрался до врача самостоятельно. Следственный комитет проводит проверку. Все обстоятельства также выясняют в Минздраве.